блин, ну мне прям так они нравятся. Я понял, ну хвали вот одно. Брусливцевские. Ой, прекрасный чок. Нажимай. Ты знаешь? Да, да, нажимай. О, пассажирский. Не, снова нажимай. А ты 20-й? На 22-м садились, ты что, не видел? Конечно. Он еще пикать сейчас будет, мы приедем. Вот. А, ты вот здесь снимал, все да, ясно. Да, я вот тебе тоже хочу сюда пойти. А я и спрашивал тебе, тогда ты не сказал. А я не помню адреса, родной. Ну, я тебя понял. Ну, все, ладно. Это последний адрес там будет? Ну, да. Понял. Ну, пойдем обратно. Ты сейчас вот засними, как они погаснут, и он будет пикать. Ну, я засниму обязательно. Куда я денусь-то? Я без этого никуда не денусь-то. Ты что? Тут причем, кстати, через портал «Наш город» жильцы заставили, чтобы сделали. Тут были фотографии, я на сайте смотрю. Надо посмотреть, я посмотрю. В ужасном просто состоянии, все кнопки были. Я позырил сегодня, есть напомню. Это вот жильцы добили, что сделали. Ну, молодцы, и что могу сказать. Пока Вику сними. Только дай немножко. Не надо, не открывай. Не так тебя слышно. Ну, кнопки, конечно, прям суперские. Ну, тут даже вот видно, то, что выдалбивали меня. Понятно. Опять это. Подожди, может быть. Так, а мы, может быть, подожди, может, пошли этого поступим? Да, сейчас. Отлично. Давай до первого? Давай до первого. Поехали. Прям супер. О, смотри, а то это дыша поставили. Там замотали дырку, пойди. Да, дыша поставили, вот под ключ этот. Обалдеть. О, вообще плафон смотри. Вон, криво нафиг. Подожди, ну можешь. Надо. Не понял. Че, открытый? Только сделай. Ага. Что-то там сломано. Слушай, я помню, один раз нам открыл, так и всю шахту было видно. Обалдеть. И оба этот открывается. Не, слушай, нет, надо сказать немедленно. Ты что? Ой-ой-ой. Ты что сделал? Закрой нам этот печеньку. Закрой. Нет, там что-то вот тут вот что-то задевает. Короче, закрой вот это печенье, все, и не трогай. А что, не похож на юбилейный? Ой, день, смотри, отходит. Печенье юбилейное похоже. А что, разве не так? Похоже. А я тебе о чем и говорил. Так. О, вот это красный пирог. Давай, поехали. Какого? Еще до седьмого, а то он быстро шевелится. Тут если будешь писать, тут 1.4, тут лебедки старые. Все, я понял, тебя учту. 1.4. Это последний, да, был адрес? Ты же спрашиваешь. А, да, забыл совсем. Так, ну здесь одна лампочка только работает. Ой, да, так тормозит, конечно, здорово. Что, на первой? Да, сразу первой. Поехали. Да, конечно, резко стартует. Стартует? Ты же смотрел это видео, либо стартует, либо... А, вот это, Наталья Москва... А, типа Наталья Москва... А, вот так, Наталья Москва пехота, стартуй! Блин, сейчас я засниму.